Lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly, 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 lollipop, lollipop, lolly. Сегодня с вами я, Кондопушский репортенок. В 2018 году у города юбилей. И городская поселенческая Кондопушская библиотека подготовила к этой дате мероприятие, которое называется «Былое и настоящее». Песни на музыку Геннадия Вавилова и слова Марата Тарасова в исполнении ансамбля «Любава» открыла этот вечер. Также на этом вечере были подведены итоги поэтического конкурса. Победитель нашего конкурса Светлана Николаевна Милевская. Выпускница Ленинградского университета. Живет в Карелии уже более 30 лет. Работала начальником, руководителем отдела экологического просвещения в заповеднике Кивач. В настоящее время научный куратор районной библиотеки имени Кравченко, член общественной организации «Наш Кивач», мама двоих взрослых сыновей. Украшением праздника стала фотовыставка работ Галины Самсуковой. Галина Михайловна давно занимается фотографией. В 20 лет родители подарили ей первый фотоаппарат. Так вот, Стирко все так и фотографирует. Детей, друзей, городские сюжеты. А с мужем Алексеем Алексеевичем смонтировали они вместе кучу видеороликов. Давайте через объектив фотоаппарата Галины посмотрим на наш город. Название выставки Кондопа «Былое и настоящее». Ждем следующих новостей. С вами был я, Кондопушский репортенок.